Пустой мешок с лямками есть почти у каждого. Это рюкзак городской. В такой можно положить легкую куртку, бутылочку воды, пару бутербродов и отправиться на прогулку в парк, но не больше. Во-первых, потому что городской рюкзак не имеет поясного ремня и жесткой фиксации на спине. При интенсивном движении он болтается, постоянно изменяя ваш центр тяжести. Отсюда происходит перекос нагрузки на спину и, как следствие, травмы. Во-вторых, городские рюкзаки не обладают необходимой прочностью и надежностью. А для велопрогулок лучше использовать рюкзак велосипедный. У него обычно жесткая спинка, что, кстати, не только плотно фиксирует груз на спине, но и защищает ее при падении с велосипеда. Также велорюкзак имеет систему гидрации и множество внутренних и внешних карманов. Если же ты любитель побегать по бездорожью, то беговой рюкзак для тебя. Он очень легкий, прочный и влагонепроницаемый, так как выполнен из современных мембранных тканей. Беговой рюкзак также снабжен системой гидрации и, в отличие от велосипедного, имеет многочисленные карманы на лямках для дополнительных емкостей, еды и гаджетов. Отсутствие жесткого каркаса тут компенсируется дополнительными стяжками, плотно фиксирующими рюкзак на теле бегуна. Особняком стоят рюкзаки туристические. Они и объемом побольше, и каркасом пожестче, и функционалом поразнообразнее. Но это другая история. Самый большой выбор туристических рюкзаков в аутдор-центре Алматы.